Более 50 законопроектов необходимо разработать для реализации федеральной программы «Цифровая экономика России». Об этом заявил руководитель проектного офиса программы Евгений Кисляков. Свое законодательство должно появиться и в Якутии. Уже в первом квартале 2018 года для реализации программы в республике практически создана инфраструктура. Волоконно-оптическая линия связи охватила 70% населения республики, а в медицине создают облачную поликлинику, в образовании пересматривают подготовку программистов. Все больше новых программ и сервисов будет внедряться во всех отраслях экономики. Эксперты аналитического центра очень высоко оценили подготовленность органов власти, бизнеса, к изменениям в цифровой экономике, которые нас ожидают. Но Егор Афанасьевич сегодня на совещании высказал главную, наверное, идею. Это о том, что нужно простыми словами объяснить людям. Да, органы власти готовы, бизнес готов. Теперь люди должны понимать, что такое цифровая экономика.